Накануне Дня дарителя университетская библиотека получила подарок от потомков семьи Брюхановых. Купцы Брюхановы были владельцами здания, на месте которого был построен информационно-библиотечный центр университета. Подарком стала картина тюменского художника, младшего сына Петра Брюханова, главы именитого семейства. А эта картина, это написанная сыном Петра Александровича и Лидии Степановны. Это как бы третий по счету сын. Он жил всю жизнь в Тюмени. Ну, Пимнев Александр Петрович. Фамилию сменил, потому что, ну, в Тюмени время такое было. Это от Брюхановых отошел. Но вот он любил писать пейзажи. Ну и вот хотелось бы, чтобы какой-то кусочек Брюхановых, да, его их потомков, нашел место в этом замечательном центре. Спасибо большое. Алена Животова, Алексей Мойсов для Евразион ТВ.